уже увидеть победу, потому что после трех подряд ничей уже пора выигрывать и выигрывать как-нибудь крупно, потому что достаточно последние матчи были скучноваты. Играли как-то, может, расслабленно, может, еще как-то. Поэтому сегодня хотелось бы увидеть именно забивной, много мячей, матч. Достаточно пускай он будет и на встречных атаках, но именно красивый, для зрелищный для болельщиков. Желаю победы нашей любимой команде. Балтийцы, вперед! Победа будет. Мы будем первые, как и всегда. Yeah.
конечно, очень обидно, что пропустили в раздевалку. Весь первый тайм имели преимущество, доминировали на поле. Но так обидно в раздевалку пропустить гол. Но надеемся, что второй тайм расставит все точки над «и», и мы возьмем 3 очка и приблизим свой выход в премьер-лигу. Ну, короче, что всем болельщикам Калининградской Балтики желаю. Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы! Очень напряженно вообще, блин, и опять в раздевалку, просто в раздевалку. Это не годится вообще никак. Надо что-то менять. Thank you.
Украины, всем понятно. Спасибо. Да?